Это программа остальных прав ТО. Видите, что стоит у меня сзади? Вот на этой штуке я сейчас буду кататься. Это Toyota Land Cruiser 75. Мотор дизельный, всего-навсего 100 лошадиных сил. Но зато колеса 44 размера. 44. И их подкачали всего на 0,4 атмосферы. Для того, чтобы было удобнее ездить по снегу. Все остальное стандартная машина. Но колеса поставили настолько большие, что когда сильно выворачиваешь руль, они начинают тереться об колесные арки. Вот где он проезжает. В общем, сейчас сами все увидите. Вот это Toyota 75, я сейчас на ней поеду. Посмотрим, что она может. Завелся дырчик. Just wait for the cars. And if you just stop. See, stop till the cars pass. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. Это на второй передаче, не видишь? Okay. How many horsepower? Only about 100. 100? Yeah. 100? Yeah. Maybe 90, 100.
Неужели не проедет? Неужели что такое пятится назад? Это выворот колес скрипит. Это так колеса задевают об колесные арки. Yeah, yeah. This? No, that? This. Oh, okay. Он сделал это, засадил арки-трак. Оказывается, любую машину можно засадить. Раскатал мне, как там? О, молодец. Класс! Коля, Коля, не лезь в кадр. Сейчас еще он на бок свалится. Класс! Это на виш прокатали уже все. Сейчас сбудется твоя предсказание. Это не предсказание, не дай бог. Надо аккуратнее, не надо его заваливать. За счет того, что огромные колеса. Full power. Very good. Вот это да! Что он вытворяет? Я вот сейчас просто пройду специально, чтобы вы посмотрели, где мы проехали. Вот это вот. Вот. Вот через эту всю слякоть и снег, это я уже когда парковал машину, проехал. С ума сойти просто. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу на Радио Вести.